Нашего мастер-класса мы выбрали серую, темно-серую бумагу и начинаем с того, что часть неба мы заливаем полностью изумрудным пастельным цветом. Все это делаем как бы небрежно, но за этой небрежностью надо помнить, стоит выверенность каждого движения. Вы не должны ни в коем случае повторять за мной, но вы должны прочувствовать и логически направлять свои елочки, свои снежинки. Это ваша работа. Но я вам хочу сделать шаблон, по которому вы будете беспроигрышно делать прекрасные пастельные работы, касающиеся зимы. А то, что мы делаем с вами ночь, это как бы усложняет работу, но делает ее особо красивой. Вот вы видите, как мы намечаем елочки. Это делается просто черной пастелью. Вы по сути делаете силуэты и задаете ход движения, наклон этих елочек. Благодаря этому получается ритм. И если они не будут похожи одна на другую и не будут выглядеть как считалочка, работа будет художественно ценная. Все это делается сейчас только черным цветом, черной пастелью. И когда мы закончим эту работу, я вам продемонстрирую 4 пастели, то есть 4 мелка, которым сделана вся эта работа. Вам хорошо видно, как я держу ее в руках и как я прикасаюсь к этим веточкам, чтобы дать иллюзию вот этого снега. Ни в коем случае не начинайте и не заканчивайте на ветке одинаковым движением или одинаковым нажимом. Все должно быть, все должно пульсировать. Мелок надо держать свободно, легко, до степени такой, что вот-вот он у вас выпадет из рук. И часто так и бывает, он выпадает из рук, и вы наклоняетесь, берете и вставляете опять его в руку и начинаете дальше работать. Это должно быть на уровне ощущения, на уровне легкого давления, и только кое-где вы усиливаете. Сейчас мы рисуем дальний план елок, они в тумане тонально намечаются. Это воздушная перспектива, и нам обязательно надо это понимать, чтобы они не были у нас очень ясными, ярко выглядели. То есть силуэты должны эти пропадать вдали. А вот передний план, то есть первый план от нас, он должен читаться ясно, и на нем должно быть больше красочного слоя, хотя я говорил, что у нас всего 4 цветовых цвета пастели, но из них можно выдавить максимум. Тот изумрудный цвет, который мы
запрограммировали небо, он у нас должен отливаться везде. Почему изумрудный? Да это беспроигрышный цвет для ночи. Если вы будете рисовать ночной натюрморт, вспомните о нашем пейзаже. Если вы будете рисовать ночной город, вспомните о нашем пейзаже. Я среди наших учеников всегда говорю, я вас учу рисовать шаблоны. Благодаря этих шаблонов вы можете делать прекрасные работы. И благодаря этих шаблонов вы можете развиваться творчески, но начало у вас будет классически положенное. Вот сейчас посмотрите, как мы делаем Луну. То есть вначале вы наносите на место, где должна оказаться Луна, такой желтоватый цвет, растираете его до тумана, и только вот в этот туман вписываете диск Луны. И благодаря этому свечению по кругу, то есть да, сама Луна и обязательно вот этот мягкий свет, то есть чуть-чуть она как бы вокруг нее ореол создается такой, я назову его по-христиански ним такой вокруг Луны. И чтобы вам было еще более интереснее, вы чуть-чуть его обводите, не весь перекрашиваете в белый, а чуть-чуть обводите тем белым цветом, который придаст еще больше, ну, такую яркость. Посмотрите на светло-зеленый цвет, которым я делаю свечение или рефлексы на этих елках, на наших деревьях. Со стороны Луны все подсвечивается. И это будет у вас обязательно зеленоватый цвет, такой с желтоватым оттенком. Почему этот цвет? Да потому что у нас сейчас главных два цвета. Это изумрудная зелень неба и желтая луна. Посредине между ними это и будет вот этот самый зеленоватый цвет, который вы сейчас видите, вот этот отблеск рефлексики, вот эта вот игра цвета, там где попал свет Луны на деревья. Этот цвет дает возможность оживить весь пейзаж, и может быть он и является той изюминкой, которая придает свечение всей работе. Работать надо с легкостью, едва прикасаясь. Не делайте сильных нажимов, потому что уйдет поэтичность пейзажа. После того, как эта работа уже проделана, свечение есть, мы как бы ее выровняли тонально, есть гармония. Теперь можно усилить. Если нам не хватает вот этой вот, ну, силы того черного цвета на стволах, мы должны усилить их. А дальше, так как это все же такое таежное место, мы должны тут очень много сделать каких-то кустиков, кустарничков, каких-то подростковых деревьев. И таким образом создать вот эту вот иллюзию непроходимой, может быть, тайги. Хочу вам еще обратить внимание, что в основном, как вы видите, я прорисовываю верхушки деревьев. К низу я как бы их списываю. За какие бы деревья, на каком бы вы плане ни взяли для рассмотрения вот этот пейзаж, вы увидите одно и то же. Вверху более ясная и конкретная контрастность какая-то, а внизу немножко списанное все. И это придает какую-то туманность, и это придает живость пейзажу, то есть природность его, реальность. И опять же, благодаря этому он смотрится очень интересно. Я думаю, что эти приемы не такие сложные, и если вы с них начнете, у вас будет очень хорошо получаться изобразить
вот, скажем, те поставленные задачи, которые мы взяли. На маленьких кустиках тоже луна светится, потому что они задают такие акцентики, тон. И везде этот зеленый цвет, такой светло-зеленый или зелено-желтоватый. Я бы сказал, и тем, и другим можно даже это сделать, если у вас нет в пастели желтоватым, и можно просто таким холодным сделать это. Это тоже будет неплохо. Наконец, наша работа закончена, ее можно рассмотреть, вы можете остановить и больше проанализировать ее. Ведь главное не повторить ее, а суметь проанализировать и сделать свою на основе этой правильно и грамотно. Чтобы луна светилась, чтобы деревья были изображены четко, ясно и без особых усилий, чтобы вот эта легкость была. Чтобы луна так светилась, чтобы на деревьях вот эти вот живость была. И, наконец, наши с вами четыре цвета плюс черный. Вот этими мелками мы сделали всю работу.